Hello, MMAboxing.ro. MMAboxing.ro. Check us out. Здравствуйте, дорогие читатели MMA Boxing. Когда я был маленьким, я хотел пойти в бокс. Мой дядя, как и мой дедушка, были боксерами. Не самыми высококлассными, но моя мать пошла в отказ, и отец предпочел для меня футбол. Так что какое-то время играл в футбол, в 12 лет начал заниматься тэквондо, моя мать согласилась на это. В 14 лет я начал заниматься кикбоксом, но в то время моя мама не знала об этом. Вот так я попал в кикбоксинг. Я тренировался у Микки Беназза, я начал у него. В наше время этот зал назывался Сиам Джим в Окинсварде. Я тренировался там несколько лет, а потом однажды пошел к Эдди Смулдерсу. В тот момент он был чемпионом Европы по боксу. И он привел меня к моему мировому титулу против Остербана. Мне было 18 или 19 лет в тот момент. После этого я ушел к Тому Харингу, потому что у него были связи за рубежом. До этого момента я выходил в бой только на замену в Нидерландах, просто резервный боец. Таким образом все и началось. Раньше бои были жестче, сейчас все дело в очках, 3-4 минутки посвящены набору очков. Вспоминая мой первый бой против Фрэнка Лобмана, мне тогда было 19 лет, то есть 21 год назад, уже так давно. Так вот, этот бой, который я никогда не забуду, это была настоящая бойня. Он отправил меня в нокдаун 3 раза, но я продолжал драться и в конце концов выиграл этот бой. Маурис Смит был непобедим 8 лет, и Крис Долман договорился о поединке с ним в Париже. Я дважды ронял его, бой был по полным правилам кикбоксинга, 9 раундов и все такое. Он стоял на ногах, но все раунды были за мной. Потом он начал говорить, что просто удача в этот раз была на моей стороне. Я сказал ему: окей, прилетай в Амстердам на реванш. И во время того боя, насколько я помню, это было в 4-м раунде, я попал своей голенью прямо ему в голову. Сперва я начал с множества лоу-киков и в нужный момент кинул свою голень ему в шею. Это был глубочайший нокаут. Он был в отключке как минимум 10 минут. Но эта победа открыла мне дверь в Японию. Я дрался в фулл контакт против чемпиона мира, когда мне было 17 или 18. Парень был не бит уже 8 лет. Этот бой был без лоу-киков. Полный контакт по правилам PKA, старые времена. Я просто избил этого парня. Я был мальчишкой 80 килограммов в тот момент, а он боец весом 110 килограммов. Но с тех пор я дрался еще в большем количестве боев. Когда я думаю сейчас об этом, то понимаю, как давно это было. Я могу рассказать вам много таких историй.
Я люблю это, мне нравится кикбоксировать, и поэтому я с Томом Ханриком. Он всегда правильно настраивает меня перед боем, понимаете? Это то, что мне нужно, я всегда готов к бою, но важен правильный тренерский настрой. Сосредоточиться внутри ринга. Мне нужна мотивация в моем углу, если я ее не получу, то слишком расслаблюсь. Я в этой игре уже 26 лет, я все знаю о ней, мне просто нужен мотиватор, чтобы сосредоточиться. С возрастом я начал тренироваться с умом, раньше я мог сходить на тренировку 3 или 4 раза в день. Теперь мне надо тренироваться умнее, не продолжительно, но мощно. Я все еще могу пойти тренироваться вместе с молодыми пацанами, но я уже не могу тренироваться по 2 раза в день. Я могу выложиться на полную один раз, понимаете? Но мне также очень важно отдыхать. Мне нужно умнее планировать свой график тренировок. Не такое большое их количество, но они всегда короткие и на пределе. Такой режим лучше, чем дважды в день, но не на полную. Это то, что подсказывает мне мое тело. Несколько лет назад Эрнесто Хуста окончил свою карьеру, так что я единственный, кто остался с тех ранних времен. Лебаннер начинал в 95-м году, я дрался в Японии еще в 91-92 годах. Я закрепил свое имя в то время, и я обожаю эту свою работу. Лебаннер, Хуст, возможно, Сефо. Сейчас уже есть достаточно много новых бойцов, как Алистер, Саки. Бадр Хари достаточно парней, которые доберутся до вершины. Но сперва они должны выстоять против более опытных бойцов. В Нидерландах предостаточно талантов. Я знаю Жерома Лебаннера многие годы. У нас с ним было 4 боя. В таких случаях обычно формируются компании. Понимаете, дружба, и в настоящее время мы тренируемся вместе. И просто мы стали друзьями. Я собираюсь открыть свой собственный зал в январе в Энсхеде. Пока дата открытия не точна, так как сперва им нужно закончить процесс строительства. Я собираюсь не спеша подойти к этому процессу. Не буду проводить тренировки каждый день, только 3-4 раза в неделю. Потом, когда он будет открыт уже 1.5-2 года, я буду проводить занятия каждый день. Перевод и озвучка специально для mmaboxing.ru. Присоединяйтесь.